тебя что случилось? Что случилось? Ну, проверь. А? Проверь. Документы? Проверь, да, здравствуйте. Документы проверяет сотрудник. Только в присутствии сотрудника ГИБДД он имеет право проверить документы. Сотрудник полиции вправе проверить документы только в присутствии сотрудника ГИБДД. Это гласит часть вторая. Нет, это сотрудники полиции. ППСП. Они следят за общественным порядком. Ну, проверять документы на транспортное средство, водительское удостоверение, свидетельство на транспортное средство, значит, он не вправе. Без сотрудника ГИБДД. Сдайте назад, пожалуйста. Да, здравствуйте. А скажите, зачем снимаю? Ваша деятельность же гласна. Да. Да, да. А на каком основании документы проверяете? Почему? Серьезно? Это не... Кто я? Я гражданин. Ну вот, а с чего я должен каждому гражданину рассказывать, чем я снимаюсь? С чего я должен вам рассказывать, чем я снимаюсь на работе? Сотрудник полиции. Сотрудник полиции обязан действовать в рамках закона. Обязан действовать в рамках закона. Проверять документы. Вызовите сотрудников ГИБДД. Проверять документы у граждан вы вправе только водительского удостоверения, свидетельства на транспортное средство. Только в присутствии сотрудников ГИБДД. Значит, звоните в 112. Сотрудники подменяют орган ГИБДД, нарушая тем самым ваши права и законные интересы. Прямо сейчас звоните. У вас с документами все в порядке? Да, да. На каком основании он вас остановил? Не знаю. Угу. Это незаконно. Это незаконно. Проверка документов, в том числе на транспортное средство. Теперь они проверяют у вас регистрацию, РВП. Правильно? Сейчас звоните по 112, оставляйте жалобу на действия сотрудников. Они незаконно у вас проверяют документы на транспортное средство, водительское удостоверение. Права у них такого нет. Поймите правильно. Спросите у них фамилию, имя, отчество. Все хорошо. Вот, вот так вот, граждане. Нет, пациент. Перепроверьте документы, потом концов не найдете. Придется спасибо, писать жалобы. Спасибо. Да, пожалуйста, граждане. Отстаивайте свои права и законные интересы.